Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас мы с вами свяжем нестандартные носочки-следочки с квадратной пяткой. Выполняются эти следочки по очень простой схеме. Набираем 40 петель, это общая ширина нашего следка. Провязываем 12 см основным цветом и ставим метки. Вы видите, у меня здесь нарисованы риски. Еще 5 сантиметров, это 15 рядов, мы провязываем по прямой. И дальше начинаем делать убавки. И за 10 сантиметров, 5 и 5, мы делаем убавки до остренького кончика. Почему поделила 5 и 5? Потому что первую пятерку мы вяжем основным цветом, вторую пятерку, самый кончик остренький, мы вяжем отделочным цветом. От первой пятерки до начало вязания у меня идет длина стопы. От края до края 40 петель – это ширина стопы вместе с боковыми частями. Начинаем вязать. Набираем 40 петель по расчету и делим на 4 части. Я ставлю метки, завязываю узелочки. И дальше вяжем по схеме. Провязали 36 рядов, поставила первые метки. Провязала 15 рядов. Можно было не ставить метки, где мы начинаем делать убавки, но я не люблю искать место начала убавки. Я сразу ставлю метки и больше мне об этом думать не надо. Провязываем первую пятерку основным цветом и вторую пятерку отделочным цветом. Получается вот такая вот фигура, точно соответствующая нашей схеме. Вяжем вторую деталь. 5 на 5 сантиметров. У меня это 15 рядов и 10 петель. Точно так же, как мы делали по расчету. 15 рядов это 5 сантиметров. Потому что одна сторона этого квадрата представляет собой ровно четверть наборного края нашего полотна. Было 40 петель, набираем 10. Соединяем первую деталь. От метки 5 сантиметров, там где мы начали делать убавки, до начала отделочного цвета надеваем на 10 петель, потому что это у нас 5 сантиметров, самые кончики нашего петельного ряда за протяжки. Сверху на эти же иглы надеваем белый треугольник и закрываем отделочным цветом с внешней стороны. Получается вот такое вот внешнее соединение, достаточно симпатичное. И в то же время шов уходит наружу, что не мешает нам ходить. Ногу натирать точно не будем. Не будет. То же самое делаем со второй стороны. То есть мы уголок завернули наверх и подшили его к основной детали. Переходим к началу вязания. Те петли, которые мы с вами начинали, наборный край. У меня это были обвивы, могли начинать с открытых петель. Надеваем обратно на машинку. Сверху, лицом к себе, надеваем наш квадратик открытыми петлями и начинаем соединять точно так же по внешней стороне отделочной нитью, делаем закрытие петель с одной стороны, потом вторую сторону надеваем на те же 10 петель, на 10 игл, закрываем вторую часть, потом третью часть, и в итоге мы получаем с вами соединенную деталь. То есть таким образом мы с вами вывязали пятку. Остается определиться с тем, сколько сантиметров мы с вами зашиваем по верхней части. Надели на ногу уже практически готовый носок и смотрим, сколько мы будем с вами зашивать, чтобы было комфортно носить и комфортно надевать. Может быть, больше, чем мы решили с самого начала, потому что вот эти первые метки – это наши 36 рядов. Либо соответствие с этими метками, либо переносим эти метки на другое место и точно так же, как мы зашивали пятку и носок, соединяем верхнюю часть следка отделочным цветом по внешней стороне. Вот то, что у нас в итоге получается. Остается оформить край нашего носочка. Для этого мы провязываем отделочным цветом небольшую полоску, точно соответствующую длину нашего носочка. Вот это его части. То есть от края пятки до начала зашивания и обратно. Вот это вот длина нашей полосы. Связали и надеваем половину носка на иглы, закрываем, разворачиваем вязание, надеваем вторую половину и закрываем. У нас получается готовый носок. Остается только зашить рулик и убрать торчащие нитки. Получаем совершенно необыкновенный носочек-следочек с квадратной нестандартной пяткой и отделочным мысиком. Если вам это видео понравилось,
Нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Не забывайте приходить на наши бесплатные вязальные посиделки и до встречи на нашем сайте «Вязальник», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.